Велогонка Tour de France стартовала в красной зоне. Как Ницца, откуда гонка берет начало лишь во второй раз в истории, так и весь французский департамент Приморские Альпы отмечает резкое увеличение числа случаев заражения COVID-19. За стартом смогли наблюдать лишь около сотни людей, в основном представители команд и официальные лица. Все этот коронавирус не оставил нам выбора. Как жаль, я большой любитель велоспорта и очень из-за всего этого расстроен. Организаторы ужесточили нормы протокола безопасности и для участников многодневки. Любая команда будет отстранена, если хотя бы у двух гонщиков или членов ее персонала обнаружат заболевание. Спортсмены в обязательном порядке сдадут тесты в дни отдыха 7 и 14 сентября. Журналистов к ним не допустят на протяжении всего состязания. Сегодня мы живем в страхе, и мы будем бояться до тех пор, пока не пересечем финишную черту на Елисейских полях. Зрителей нет. Условия работы совершенно ненормальные. Маршрут Tour de France пройдет по территории 6 французских регионов и 32 департаментов и составит чуть более 3470 километров.